Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Умар Текеев, и вот главные темы выпуска. Делегация Карачаево-Черкесии приняла участие в 12-м заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» в Казани. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкесска заменят до конца года. Архыз вошел в топ-5 популярных у туристов направлений для отдыха. И в Черкесске пройдет концерт Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаево-Черкесии. Далее об этих и других темах подробнее. В конце прошлой недели глава республики Рашид Тимрезов принял участие в 12-м заседании группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которое традиционно проходит в Казани. Там же проходил 13-й международный экономический саммит «Россия-Исламский мир. Казан-саммит-2022». Рашид Тимрезов возглавил делегацию от республики, в которую вошли муфти Карачаево-Черкесии, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев, первый заместитель руководитель администрации главы и правительства республики Ахмат Семенов и ректор Исламского института Мухаммад Хаджибачаев. Члены официальной делегации посетили ряд мероприятий, посвященных принятию ислама в Волжской Булгарии, в том числе приняли участие в церемонии закладки первого камня соборной мечети в Казани. Мэр Черкесска Алексей Баскаев и министр строительства и ЖКХ республики Ренат Семенов проверили ход ремонтных работ в третьей школе города, которые начались в этом году по программе капремонта образовательных организаций. На объекте запланирована замена кровли и всех инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации и системы оповещения, старых полов и дверей, а также ремонт учебных классов, актового и спортивного залов, пищеблока и так далее. Территория школы будет благоустроена и ограждена. По словам градоначальника, на сегодняшний день здесь выполнен демонтаж внутренней отделки 2 этажей корпуса номер 2 и 1 этажа корпуса номер 1. Вот-вот специалисты приступят к замене электрики. В Карачаево-Черкесии работают представители Национальной ассоциации организации больных редкими заболеваниями генетика. Цель их визита – окружное совещание со специалистами всех регионов Северокавказского федерального округа по вопросам готовности их медико-генетической службы к новым подходам развития системы здравоохранения России. В первую очередь в том, что касается орфанных, то есть редких, но при этом очень тяжелых заболеваний. Комментирует информацию президент Национальной ассоциации организации больных редкими заболеваниями генетика Светлана Каримова. Мы понимаем, что сейчас эта тема уже настолько на государственном уровне, что мы готовы делать программы по редким заболеваниям, но для этого нам очень нужна готовность, потребность регионов, что им нужно для того, чтобы сделать качественную диагностику по этому направлению. Хватает ли технических средств регионов, хватает ли кадров? Новости из оперативного штаба. Сегодня, 23 мая, в Карачаево-Черкесии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев составило 46 тысяч. 44 808 человек выздоровели, 984 человека скончались от коронавируса, 15 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Парламент Карачаево-Черкесии рассмотрит законопроект по введению ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни. В частности, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в день проведения последнего звонка, а также в День защиты детей, в День молодежи и День знаний. Кроме того, розничную продажу алкоголя запретят в дни празднования мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Исключение составят объекты общепита, где будет допускаться розничная продажа алкогольной продукции в праздничные дни.
Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но не реализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 миллионов рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, которые зарегистрированы на территории региона, более 2 лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве, за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Комментирует информацию заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства, на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкесска заменят до конца года. К работе в осенне-зимний период запланирована замена более 4 километров водопроводных и 3 километра 700 метров канализационных ветхих сетей. К предстоящему отопительному сезону в городе также предстоит подготовить 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций, 120 километров водопроводных и 115 километров канализационных сетей. Запланирована замена 24,5 ветхих электрических сетей, а также подготовка 89 километров линий электропередачи и 122 трансформаторных подстанций. В первую очередь коммунальные службы занялись капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Помимо ремонта и замены труб, они готовят к будущей зиме и котельные. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. На сегодняшний день на данном участке от пересечения улицы Комсомольская до улицы Первомайская 27 уже практически завершены земляные работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Характеристика тепловых сетей на данном участке – это теплотрасса диаметром 426 мм, общая протяженность 195 погонных метров. Еще в рамках капитального ремонта мы планируем заменить 2 участка тепловых сетей. Это от пересечения улицы Октябрьская-Леонова до пересечения с улицей Грибоедова 127 погонных метров теплотрассы диаметром 273 миллиметра. И от пересечения улицы Леонова-Грибоедова в сторону многоквартирного жилого дома номер 25А по улице Грибоедова теплотрасса диаметром 325 миллиметров, общая протяженность 97 метров. В этом году общая протяженность, подлежащая замене, составляет 419 метров. В данном случае, на данном участке, земляные работы не составили особого труда, поскольку пересечение с инженерными коммуникациями минимальное количество, работал большой экскаватор, а сама замена труб в части сварных стыков, там просветка стыков, поскольку это магистральные тепловые сети, это трудоемкие затраты. 29 мая текущего года в республиканской столице пройдет концерт камерного оркестра Государственной филармонии Карачаево-Черкесии. Запланированы участие заслуженной артистки республики Марьяны Алботовой, Султана Батчаева и солистки Государственной филармонии Ставрополя Валерии Петиной. Симфонический камерный оркестр появился в республике около года назад при поддержке регионального министерства культуры и главы Карачаево-Черкесии. Художественный руководитель и главный дирижер Марат Гидеев. В Государственном республиканском историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой прошла всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году культурного наследия народов страны на тему «Мода на традиции». Одновременно в выставочном павильоне прошел мастер-класс по одному из видов народных промыслов – плетению циновок.
Республиканская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что в Карачаево-Черкесии наступил период наивысшей активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Уже официально зарегистрировано более 30 случаев укуса. С целью снижения риска заражения населения республики инфекциями, передающимися через клещей, органами исполнительной и муниципальной власти полным ходом идут мероприятия по борьбе с клещами. Перед майскими праздниками были обработаны рекреационные зоны в Черкесске. Жители Карачаево-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу za.городсреда.ру и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности сообщила заместитель министра строительства ЖКХ Республики Зульфира Бачаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать вот из двух одну территорию. Это либо аллея под Аватара, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице и также аллея по улице Бардина. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение 5 рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячие линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400. Которые работают в режиме 24/7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, и круглосуточно. Архыз вошел в топ-5 популярных у туристов направлений для отдыха. Рейтинг составлен национальной системой бронирования отелей в России и странах ближнего зарубежья броневик.ком. По данным аналитиков ресурса, наиболее популярны на Северном Кавказе у туристов 4 города и 1 поселок – Махачкала, Пятигорск, Минеральные воды, Каспийск и Архыз. Составители рейтинга сообщают, что у туристов в Архыз влечет мягкий, благотворный климат, природные достопримечательности и множество баз отдыха. В Черкесске прошли соревнования по баскетболу с участием юношеских команд из КФО «Сухума» и «Донецка». Помимо состязаний, для ребят из Донецка разработали развлекательную программу, в рамках которой состоялись дружеский турнир на картинге, квест-игра, посвященная столетию республики, и мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы в ресторане «У Марина». Дети получили огромное количество положительных эмоций и остались в восторге от кухни народов нашей многонациональной республики. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, дождь, местами сильная, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до плюс 9. В горах свыше 3000 метров лавиноопасно. В северных и центральных районах высокая пожароопасность 4 класс. В Черкесске дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы достигнут 14 метров в секунду. Высокая пожароопасность 4 класс. А столбик термометра поднимется до 15 градусов. Thank you.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!